Добрый день! Мы находимся на площадке «Овощной город». И пришла пора оценить урожайность томатов. Было произведено 3 сбора томатов с каждой учетной делянки. И уже сейчас можно сказать, что урожайность на вариантах, где происходили обработки фунгицидами компании «Сингента», выше, чем на контрольном варианте. Что, конечно же, неудивительно. Благодаря защите растения томаты оставались зелеными и здоровыми. И в конце дали нам больше урожая.